В эфире программа «Вам слово». Сегодня проведу ее я, Юлия Ракоцкая. Здравствуйте. С 9 по 11 августа во Владивостоке состоится дальневосточный фестиваль пляжных видов спорта «Сапфест». Это мероприятие яркое, зрелищное и, конечно, спортивное, которое стоит не только увидеть, но и посетить. В гостях у нас уже по традиции, когда происходят какие-то важные спортивные события в городе, Ольга Гаева, спортивный директор фестиваля пляжных видов спорта «Сапфест» и директор бегового клуба «Ран ДНС Ран», а также Александрина Кучина, генеральный продюсер фестиваля пляжных видов спорта «Сапфест». Девушки, ну, первый вопрос. Расскажите, как пришла идея создать «Сапфест»? Идея пришла 4 года назад, во время пандемии. Мы подумали, что было бы классно придумать еще какое-нибудь новое мероприятие. Но так как у нас, в принципе, и беговых мероприятий много, город морской, пришла идея именно создать сап-фестиваль, где вот красиво саписты плывут по морю, соревнуются зрелищно и как раз в тематику действительно города. 4 года мы продумывали идею, нашли финансирование, и, конечно, когда мы приступили к обсуждению мероприятия, мы, конечно, поняли, что помимо морской акватории нужно задействовать также и пляж. Поэтому появились также пляжный теннис, пляжный волейбол, ну и, само собой, конечно, забег. Ну, Владивосток действительно морской город, и, мне кажется, такое движение саперское, наверное, набирает у нас популярность все больше и больше. В каждой акватории города можно наблюдать саперов, и это, наверное, будет пользоваться большой популярностью, да, город, в дальнейшем. Город морской, и, мне кажется, сама потребность возникла уже от самих жителей, потому что уже у многих есть сап-доски, уже много их сообществ, вот, и мероприятия теперь, соответственно, появятся. Кто ваши партнеры? Генеральным партнером выступает бренд «Хайер». Также мы проводим мероприятия при поддержке группы компании «ДНС». И, как всегда, с нашим техническим оператором «Эдисон». Ну и, конечно же, при поддержке Министерства физической культуры и спорта Приморского края, администрации города Владивостока, также при поддержке различных структур, которые будут нам помогать. Ну, то есть фестиваль официальный, согласованный, все по правилам, все да, как мы всегда. Находимся в календаре краевых мероприятий спортивных, да. То есть вот «Сапфест» – краевое мероприятие. С 9 по 11 августа пройдет фестиваль. На какой стадии сейчас находится подготовка? Самая активная. Вообще, когда мы заводим новое мероприятие, конечно, период подготовки начинается за полгода, и он всегда в активной фазе, потому что это, помимо того, что ты запускаешь регистрации, ты продумываешь и рекламную кампанию, и как это будет выглядеть, и спортивную, и техническую часть, и все это на протяжении... То есть проект впервые с нуля создается. Ты его как бы с командой создаешь. Соответственно, мы начали продумывать еще в ноябре, как это будет происходить. Активная фаза началась с января. Угу. То есть зимой начали продумывать летнее мероприятие. Да, открыли регистрацию весной. Ну и вот уже через почти 2,5 недели состоимся. Сейчас у нас такая финишная прямая, так сказать, потому что все процессы запущены, на огромной скорости движемся, главное все вовремя успеть. Но я думаю, что, как всегда, команда у нас профессиональная, слаженная. Надеюсь, все получится. Ну вот, кстати, о команде. Естественно, это не первое событие спортивное, которое вы организуете, масштабное. Мы знаем, что это и «Лео Ран», и мосты, различные забеги, да. «Сапфест», он принципиально отличается по своему формату. В организации что-то новое для вас было? Ну, я расскажу событийное с маркетинговой точки зрения. Конечно, отличается, потому что у нас все мероприятия отличаются по своей специфике, по своему даже сроку подготовки. И вообще, в принципе, это новое событие, и достаточно сложно, учитывая, что оно новое и для нас. То есть одно дело марафоны делать, да, беговые. Да, это есть пересеченная местность, есть асфальт, есть лед. Но другое дело – это акватория, то есть очень много нюансов, связанных с этими всеми вопросами, согласованиями. Ну, это уже Оля более подробно расскажет. Но, скажем так, цикл подготовительный, прекампания достаточно длинная. С
спортивная составляющая тоже весьма разнообразна, потому как мы бежим не только по суше в этот раз, но и по воде на сапах, да, соответственно, и пляжный волейбол, и пляжный теннис – это тоже другие совсем активности и виды спорта. Поэтому нам пришлось прям углубиться, проработать с федерациями, чтобы все было, конечно же, по высшему разряду, все было правильно, все было по тем канонам, которые проводят соревнования пляжного волейбола, пляжного тенниса. И совместно с федерацией сапсерфинга мы прорабатываем именно водную часть, то есть именно сапрейсинг и сапспринт. Есть что-то даже, по-моему, от триатлона здесь, потому что три какие-то дисциплины. Ну, в целом, да, в целом примерно то и будет. Три площадки, работают три дня, где-то пересекаются одновременно, и в этом и есть сложности, да, потому что мы сейчас собираем огромную команду, во-первых, судейскую, спортивная часть, чтобы везде успеть и на воде, и на суше, и на песке. И что очень здорово, что команда, в принципе, пополнилась новыми менеджерами, именно как раз специализирующимися на этих видах спорта. Это уже прям вид спорта, да, стал? Ну, сапсерфинг, да, вообще существует федерация сапсерфинга, и у нас проводились чемпионат именно по сапам, также в Ливаде чемпионат России проводился. И вот совместно с федерацией мы сейчас прорабатываем как раз-таки, чтобы провести здесь у нас тоже сап-рейсинг и сап-спринт. То есть это когда на скорость проходят сложные повороты, быстро идут по воде на досках. Вот, с элементами, еще раз повторюсь, это сложные развороты и выхода на сушу и вбега в воду. Пусть проект новый и пилотный, но спортивная составляющая техническая должна быть грамотной, поэтому мы всегда на это делаем упор. Ну и, конечно, мы постараемся создать события для всех, как обычно. Где будет проходить? А, собственно, там, где мы сейчас сидим, бухта Патрокл. Да, неспроста мы здесь собрались. Мы готовим площадку сейчас, да, уже вовсю идут подготовительные работы для того, чтобы можно было 9 числа начать играть в волейбол, в теннис. Регистрация уже идет, правильно? Да, давно, с весны. Даже уже по волейболу, скорее, мест нет. Да, немножко осталось на пляжный теннис. Ну, сап-рейсинг существует еще нормальное количество мест, да, и сап-карнавал. И на забег карнавальный тоже места есть, поэтому мы всех приглашаем. Самое время зарегистрироваться. Где это можно сделать? Сайт? Сайт sapfestvo.ru. То есть создан специальный сайт? Да, также наши социальные сети RunDNSRun, там тоже можно всю информацию почерпать. В общем, заходите на сайт, либо заходите в наши социальные сети, мы там все описываем. Какая-то физическая подготовка специальная нужна? В целом нет. Все-таки мы нацелены на физкультурно-массовые мероприятия, а физкультура, она должна быть для всех, для каждого. Конечно же, будут те, кто и профессионально занимается, да, волейболом, но можно пробовать свои, так скажем, силы новичка в карнавальном забеге. Это будет здесь же проходить, позади нас набережная Леопардовая, и по ней 600 и 300 км. Дистанции две можно пробежать вместе с детьми, то есть такой семейный забег, мама, папа, я, спортивная, еще и костюмированная семья обязательно. Вот. И сап-карнавал также, только здесь уже без детей все-таки, на воде, за безопасность, поэтому 18+, участие у нас на воде, именно в сап-карнавале. Тут нужно подготовить красивые костюмы и презентовать себя. У нас будет три номинации. Три номинации – это костюм, либо презентация себя, то есть можно, не знаю, петь, танцевать, что угодно на сапе делать, да, плакаты, либо какая-то конструкция, это из нескольких сапов, либо на сапе что-то достроено. Все, за эти три номинации у нас призовой фонд. То есть вот конкретно, попозже. Если... Да, попозже о нем расскажем. На самом деле это очень интересная история в плане того, что для Владивостока это ново. Ну, это первый вот раз, если, да. Одно дело там сапы, да, это, конечно, это для нас ново, а сап-карнавал, нам очень хочется, чтобы большое количество людей участвовало, потому что будет сидеть жюри, которое будет оценивать, будет призовой фонд, о котором мы попозже расскажем. То есть хочется сделать это традицией. В принципе, мы все наши мероприятия делаем ежегодными, традиционными. И да, этот год пилотный, но мы очень всех зовем, приглашаем участвовать просто в сап-карнавале даже. А через год мы снова соберемся и поговорим о сап-фестивале, уже втором. А с какого возраста можно участвовать? В забеге можно участвовать 5+, да. На сапе, повторюсь, и пляжный волейбол у нас взрослые, это 18+.
Ну, единственное, в рамках нашего сапфеста будет кубок школы, где будут принимать участие юниоры, но они именно спортсмены, занимаются серфинг в школе. Вот, и среди них будут разыгрывать, как раз-таки школа стала нашим партнером совместно с Федерацией серфинга, повторюсь, вот, где будет проводиться детский зачет. То есть у них будет свой зачет в рамках нашего большого мероприятия. Угу. Ну, а людей уже достаточно много заявились? Да, на самом деле активность есть, но все-таки мероприятие новое, и нам вот очень важно рассказать, что же это будет, что это не просто собраться и отдельно пройти по воде, сапах. Отдельно поиграть в волейбол, а то, что это действительно будет классный спортивный праздник, фестиваль, где можно будет одновременно смотреть и на забег, и на крутую игру волейбола, либо тенниса пляжного, либо очень красиво, конечно же, видеть, как спортсмены действительно гребут по воде, потому что это не просто, где мы... сидя на ножках, да, передвигаемся, где люди стоят соревнуются. И активно гребут. Это очень красиво. На самом деле праздник будет не только спортивным, он вообще, в принципе, будет таким даже городским праздником, потому ярко. Что еще будет музыкальная программа, мы пока лайнап готовим. Ну, понятно, что мы там никого в этом году не привозим, будут местные музыканты выступать, но программа будет очень интересная все равно. То есть можно прийти поболеть, посмотреть, поучаствовать в каких-то интерактивных площадках от наших партнеров. Партнеров достаточно много будет на площадке с различными активностями. Даже вот мы сейчас продумываем историю, чтобы были какие-то мастер-классы на сапах, чтобы можно было просто попробовать себя на сапе, а может быть зарегистрироваться. Регистрации будут у нас открыты до последнего. И заявиться в любую дисциплину. Как безопасность обеспечиваться будет? Ну, такой достаточно серьезный вопрос, потому что нужно уметь ходить на сапе. Я помню себя первый раз, это был бульк, на этом все. Как вот. Да, конечно же, что касается сап-рейсинга и сап-спринта, да, спортивной составляющей, там будет квалификационный допуск. То есть мы будем смотреть, даже будет такой небольшой отбор, что касается именно спортивной части. На карнавальную, конечно же, будут все желающие предусмотрены, да, но с умением, конечно же, плавать. Это все мы будем спрашивать при регистрации, есть такой вопрос. Вот. И, конечно же, это наши лодки безопасности, которые при содействии ГИМС курсировать, да, обеспечить безопасность, и также наши САП-маршалы, то есть специальные люди на САПах, которые также будут реагировать на что-то где-то, помогать. Вот. Мы серьезно всегда стараемся отнестись к этому вопросу. Кареты скорой помощи, сотрудники МВД на берегу, то есть все это у нас будет. Все и никаких собак. Почему? Потому что за ним не уследишь. Ну да, здесь прыгнет в воду, поплывет, всех победит. Ну тоже, да, это и безопасности на площадке для участников, и безопасность для самого животного лучше не надо. Поэтому предупреждаем заранее тех, кто будет участвовать. Животные пускай остаются дома. По крайней мере, пока. Да, пока да. Давайте по дистанциям самим пройдемся, что к чему и как. Ну, водная составляющая, еще раз, есть спортивная. Это сап-рейсинг и сап-спринт. То есть там, где мы прям преодолеваем 1,5-3 километра, это на сап-рейсинге дистанцию с различными разворотами и с выбегом на сушу. Сап-спринт – это 400 метров интенсивные, быстрые гребли в одну и другую сторону обратно. Сап-карнавал – это, на самом деле, больше такая, знаете, творческая часть. Фановая, да, творческая история, буквально, да. 20 метров нужно будет пройти и презентовать себя. То есть будут выстроены буи в такой коридор. По коридору проходим, чтобы судьи видели, презентуем свой костюм, наряд. И дальше просто отдыхаем некоторое время, просто на воде веселимся. То есть такой фан. Забег – 1600 метров и 3100 метров. То есть либо один круг, либо два круга. Ну и, конечно же, пляжный волейбол, пляжный теннис, там уже турниры, которые будут проходить у нас все 3 дня, пятница, суббота и воскресенье. Собственно, поэтому 3 дня, потому что изначально думали там 1-2 дня, но когда мы посмотрели по сетке, по объему, да, по количеству команд, которые хотелось бы привлечь, получается 3 дня. Угу. А теннис и волейбол. Пляжные, да. Да, как это все будет организовано, как это будет происходить? Здесь сейчас на пляже Патрокол в целом планируется, да, реконструкция пляжа, сделать его красивым. Конечно же, сама работа будет идти длительный срок, около 4 лет. Но вот задача есть уже в этом году, да, сейчас начать активность. Поэтому мы здесь сами будем строить и привозить песок, именно, да, строить песочные ванны, что касается площадок. Вот, будут выстроены 4 площадки. Будут возможности
трибун, где, откуда можно будет посмотреть на все действие. Вот. То есть общем, площадка начинает жить так. Уже этим летом. Да. Несмотря на долгий срок проекта благоустройства, можно будет уже, я думаю, что и после нашего мероприятия прийти поиграть. Да. То есть мы будем продумывать эту историю, как это все будет дальше происходить. САП-карнавал и карнавальный забег. Давайте о них. САП-карнавал и карнавальный забег мы специально отнесли на самый такой яркий день, это 11 число, это воскресенье, и развели по времени. То есть человек сможет принять участие в своем костюме как на САПе, так и потом после пробежать забег. Мы специально сделали так, чтобы развелось по времени, и было удобно принять участие и там для желающих. Здесь креативность, только полное такое творчество должна быть, чтобы придумать интересный образ, костюм и принять участие. В забеге, повторюсь, со всей семьей можно, ну, а на воде уже все-таки либо командой, можно корпоративное что-то сделать и красиво презентовать свою компанию, не знаю, там, в виде яблока дома, да чего угодно. То есть главное, чтобы это было ярко и красиво. Дистанции, конечно, небольшие на карнавальном забеге, ну, насколько нам может в этом году позволить площадка, но мы решили как раз и разбавить это карнавальной историей для того, чтобы было интересно поучаствовать, потому что даже у забега будет свой призовой фонд. Вот, давайте о призовом. Несмотря на маленькие дистанции. Что за призовой фонд будет? Общий призовой фонд 2 миллиона рублей. О. Он у нас делится на все дисциплины, то есть там с первого, по-моему, по четвертое место, соответственно, по номиналу. Потом призы будут от партнеров, от генерального партнера, я думаю, будут призы. Поэтому есть вообще шанс выиграть в любой дисциплине и денежный приз, и какой-то интересный сувенир от спонсора. Наша погода, вот как сегодня, она очень непредсказуемая. Тем более это август, это сезон тайфунов. Что произойдет в случае непогоды? Конечно же, мы рассматриваем разные варианты, и на самом деле все наши мероприятия, они свойственны, да, как бы подстраиваться, зависит от погоды. Но мы очень сильно надеемся, что у нас будет хорошая погода, да, солнечная. Ну, конечно же, будем рассматривать план Б какой-то по воде, да. Что касается пляжного волейбола, тенниса и забега, здесь, в принципе, дождь, ветер, это не помеха. Что касается воды, да, могут быть какие-то изменения. Будем уже подстраиваться в процессе, но надеемся. На самом деле, нас эта история с погодой, скажем так, 4 года немножко тормозила. Мы боялись, ну, как думали, на что с погодой, а что с погодой. Потому что тут любой месяц, наверное, может вот такая быть погода, а то и хуже. Ну, надо пробовать, надо делать. Будем надеяться на то, что погода будет нам благоволить, и мы все прекрасно в 3 дня проведем. В 3 солнечных, хороших дня, да, спокойных и безветренных. Прекрасная погода. Ну да, потому что на САПах же выйти... Да, есть нюансы именно по воде. Ну и, может быть, будет дистанция сокращаться, либо менять будем какое-то время. То есть у нас всегда в положении прописано, что старты по времени могут меняться. И дистанция может тоже меняться вплоть до самого начала мероприятия, потому что мы зависим от погоды. Но... Понятно, что будут проходить спортивные состязания, спортивные соревнования, большой спортивный фестиваль. Но будут зрители, их тоже нужно удивить. Александрина... Как обычно, да, это фудкортная линия, это музыкальная программа будет. То есть мы сейчас, повторюсь, составляем лайнап, попозже мы публикуем, кто у нас будет выступать. А также мы в содружестве с ВДК-фестом, который должен проходить тоже в идентичные даты примерно. А у нас будут отборочные по танцам в пятницу, поэтому программа будет достаточно интересна на сцене. Также будут различные интерактивные площадки от наших партнеров, игровые зоны, то есть от нашего генерального партнера Хайр будет очень много конкурсов, где можно интересные сувенирные призы повыигрывать, викторины какие-то. То есть, в принципе, можно прийти всей семьей, поболеть за своих каких-то друзей, родственников, если они участвуют. Можно просто прийти поучаствовать, то есть здесь будет, в принципе, интересно. То есть, в принципе, мы делаем мероприятие для всех, как обычно. То есть каждый, кто будет проходить мимо, грубо говоря, здесь, да, предположим, да, по набережной. Мне кажется, достаточно интересно, потому что ты спустился, вот у тебя, пожалуйста, огромный, да, фестиваль классный, у тебя огромная сцена, ты можешь посмотреть на турниры, на волейбол, на теннис, на САП. Это все очень красиво и зрелищно. Это отлично. И самое классное, что это проходит впервые, это уникально. Да. Многие, я думаю, будут рады, и многие удивятся.
Да, на берегу будут специальные фан-зоны отведены, потому что все-таки где-то будет проходить прям конкретное мероприятие, да, и будет небольшой там недопуск к воде либо к берегу, к частичной. Ну и поэтому будут предусмотрены специальные фан-зоны, где можно посмотреть, поболеть. А что на случай того, если вдруг пойдет катерок или еще кто-то? Нет, катерок не пойдет, потому акватория что все-таки акватория будет перекрываться, опять-таки, совместно с ГИМС и с Тихоокеанским флотом. У нас будут все согласования все есть, да, все в процессе. Ну, соответственно, все будет, как всегда, перекрыто. У нас же, видите, даже кораблик на фоне какой красивый стоит. Полуржавый, правда, но тоже красивый фон. Но это морской фон, да, типичный морской фон для Владивостока, да, так что все правильно. Все аутентично. Ну, давайте еще раз напомним, когда, где, зачем и почему. 9-10-11 августа, бухта Патрокол. Всех ждем на Дальневосточный фестиваль пляжных видов спорта SUPFEST. Сайт supfestvo.ru. Приглашаем всех. Да, будет очень ярко, зрелищно, солнечно. Даже если солнца не будет, солнце будем создавать сами атмосферой, поэтому обязательно приходите посмотреть, поболеть, а еще лучше принимайте участие, пока есть места. И регистрируйтесь. И регистрируйтесь на сайте supfestvo.ru. Всех ждем. Девочки, я желаю вам большой удачи в этом новом спортивном празднике. Хочу тоже его сама посетить. Приходите обязательно. И поэтому желаю как можно больше зрителей и довольных участников. Будем вас ждать. До встречи. С нами Ольга Гаева, спортивный директор фестиваля SUPFEST и директор бегового клуба «Ранденнес Ран», а также Александрина Кучина, генеральный продюсер SUPFEST. С вами была Юлия Ракоцкая. Это была программа «Вам слово». Увидимся на 8-м.